Всем привет, мои дорогие подписчики! Сегодня у нас на канале распаковочка, и распаковываем мы этот конвертик с магазина. Вечно забываю, как этот магазин называется. Dashgate. Dashgate, как он там правильно назовется, ХЗ. Пакетик шел довольно долго. Вот. Но я заказывал сумку, и вот эта сумка наконец-то ко мне пришла. Так. Ну, что у нас тут? Пакетики у нас больше, к сожалению, ничего нет. Продавец поскупился на какие-нибудь подарочки, дополнительные бонусы. Однако, какой-то у нас здесь 2027-12, какая-то байда у нас здесь висит. Собственно говоря, я брал эту сумку как альтернативную. Ну и давайте тогда посмотрим, как же она у нас открывается. Итак, я нашел самый простой способ, как она открывается. Просто разорвал ее. Упаковку к чертовой матери. И все, на этом все пошло, поехало. Итак, друзья, уверяет нас товарищ производитель, что это кожа. Вы знаете, с виду очень такая она приятная, реальная. Ну как тут определишь, кожа или не кожа? Давайте сразу посмотрим по цветовой гамме. Так, я хотел именно цвет кофе. Кофе! Цвет кофе, чтобы был. Но вы знаете, тут тот цвет, который я непосредственно заказывал, он вроде, на мой взгляд, немножечко темнее. Значит, стоит эта штуковина $7.25. $7.26. И мне она досталась порядка $1.5. Вот. $1.5, так как там был купон на $5. И что-то там еще какая-то скидка была. Вот. На данный момент, значит, вот примерно так эта штука и выглядит. Значит, здесь он хорошо очень, что он идет, значит, уже с металлическим, неплохим таким, да, металлическим. Только мне кажется, что вот эта штука, хлястик вот этот, он не очень уверенно себя чувствует. Вот, сюда можно вставить ремень. Я так и планирую, чтобы это вообще подарок отцу. Вот, более такой деловой стиль. Я ему приготовил именно две сумочки. Первая сумочка, вы можете посмотреть в обзоре, предыдущий обзор раньше. Значит, что касается вот этого изделия, ну, кожи, наверное, не назвать за такие деньги. Ну, и хрен с ним. Хотя, нет, ну, конечно, это не кожа. Вот это вот однозначно. Ну и не жалко, потому что 150 рублей на самом деле за вот такое изделие, на мой взгляд, довольно неплохо. Итак, эта штука состоит из двух таких объемных отверстий. Значит, здесь у нас какой-то лейб даже и что-то там нарисовано. А написано Made in China. И что-то написано там еще непонятно что. Кто видит, 12 м. HD. Вот так вот она прострочена. Вот такая вот сумка. Значит, получается просто тупо два кармана. Между собой они сшиты. Вот. И, собственно говоря, и все. Сюда, естественно, можно поместить вот смартфон, на который, допустим, я снимаю. Либо вот какой-нибудь, ну, допустим, не пульт, конечно, от кондиционера, но, допустим, это у нас телефон. Мы кладем сюда телефон. Кстати, я хотел уточнить, как же будут, вот, допустим, если человек хочет сюда поместить, допустим, свои документы. Сейчас я проверю, как. Ну что, допустим, вот документы, получится, не получится. Вообще эта штука, она как бы для телефона рассчитана, но, допустим, мой отец, он не носит с собой никакие особые там документы, ну, типа паспорта он не носит. Да, друзья, конечно же, это не кожа, хотя здесь написано, по-моему, сейчас я быстренько просмотрю, по-моему, написано, что это натуральная кожа, а раз натуральная кожа, значит, можно делать... Ну вот смотрите,
Сумка универсальная, талии карман, крюк. Так, что еще? Crazy лошадь, сумасшедшая лошадь. Ну, типа ретро 5,3 дюймовый. Сумка вот это 5,3 дюйма, да? И что они пишут у нас? Так, они у нас пишут, какие они умные у нас. Значит, совместим, ну, я имею в виду для Samsung, для Apple, для iPhone, для Xiaomi. Цвет есть кофе, есть черный, хаки, коричневый. И тип чехол, карманы. Они даже не пишут, что здесь. Вот, нет, вернее, что-то пишут, но я совершенно не вижу, что здесь у нас четкого написано. То есть это, ну, явно не кожа, и тут зараза не написали даже, что это кожа, поэтому ни хрена не открыть. Не открыть. Ну, я так думаю, что вот такая вот вещица, там, человеку, которому 65-67 лет, ну, я думаю, будет приятно на поясе. Единственное, что, конечно, когда у вас здесь находится документ, ну, как, ням-ням-ням-ням, в корочке, оно не влазит, вот, в корочке я пытаюсь сунуть, оно, ну, может быть, оно влезет с большим трудом, но в данном случае у меня не влазит. Если говорить про паспорт, ну, тоже это надо вытаскивать этот паспорт. Вот, и что тут у меня такое? Да, надо паспорт выкладывать. И опять же, хотя паспорт вот входит. Паспорт вошел. Допустим, здесь у нас есть паспорт, есть у нас мобильный телефон. Сюда же в это отделение можно закинуть. А в это отделение там деньги и ключи, допустим, мы закинули. Вот так вот у нас оно получается. Естественно, паспорт он туда дальше задвигается и, в принципе, для ношения не мешает. Вот. Вот так вот он у нас поместился. Конечно, если мы вытащим это подобие мобильного телефона, то паспорт у нас чувствует себя довольно, ну, довольно спокойно. Да, видите. То есть он не погнут, все нормально под него, все отлично. Вот, что еще? Я взял, потому что мне было интересно непосредственно вот это вот, как знаете, как портфель, застежка. Довольно интересно. Вот, но в данном случае как-то он нету вот этого вот школьного такого щелчка такого. Но зато вот есть за что держать. Видите, щелчка как такового нет, хотя нажимается, надо вдарить сюда хорошо, чтобы он застегивался. Вот, ну что я хочу сказать, вроде все сделано хорошо, вроде все прошито неплохо. Но, конечно, за 300 рублей там или за 500 рублей я бы не брал эту штуку. А так как у меня были купоны там, это обошлось мне вообще в смешную цену, поэтому я, собственно говоря, ее и взял. Еще я взял из-за того, что очень похож как бы на деловой какой-то портфель. Если человек всю жизнь работал где-то на государственной службе, соответственно, у него вот менталитет такой, что это должен быть какой-то вот деловой стиль, ближе к этому. Пошито все хорошо, прошито, я имею в виду, все хорошо, но, друзья, ну, придраться ни к чему, не написано здесь, что это натуральная кожа, поэтому, естественно, придираться тоже к нему мы не будем. Ну, что могу сказать, друзья? Значит, продавца наверняка рекомендую. Ну, неплохой, хотя сама сумка на любителя. То есть я бы себе такую сумку не приобрел. Вот, она не молодежная, и она, на мой взгляд, такая более для взрослого поколения. Вот, сумка сделана качественно, продавец, в принципе, активный. Хотя сумка шла и довольно долго. Ее рекомендую, магазин рекомендую, продавца рекомендую. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всего вам доброго, друзья. Удачи. Пока.